Здравствуйте, уважаемые слушатели курса «Адамбол». Сегодня мы продолжим наш курс, и тема сегодняшнего занятия является становление и развитие обоеведения как научного направления. Обоеведение – это курс, который изучает жизнь и творчество Абая Кунанбаева, его философские, эстетические и общественные взгляды. Начальный период обоеведения входит в хронологические рамки 1909-1917 годы. В это время были опубликованы сборник стихов казахского поэта Ибрагима Кунанбаева, это 140 стихотворений и поэмы «Искандер и Мазгут», и автором которой является Кокетай Искакулы и Турагул Кунанбаев. Книга, этот сборник был издан в Санкт-Петербурге в 1909 году. Во-вторых, издание сделано Нурситом Бекеулы, так как рукописи самого поэта не сохранились, а его стихи распространены в народе в устной форме. В-третьих, восточный сборник «Москва», 1914 год, материалы о жизни и творчестве Абая, его переводы, переводы его стихов на русский язык. В-четвертых, «Терме Абая», автором которой является сам Ата Бишула, это издание было опубликовано в Оренбурге в 1916 году. Литературно-критические публикации появились в начале XX века. В многотомном собрании «Россия. Географическое описание нашей Родины», Санкт-Петербург, 1904 год, Сидельников охарактеризовал Абая как представителя нового направления казахской литературы. Байтурсынов в статье «Казахтын бас ақыны» в газете «Казах» дал высокую оценку Абаю. «Во все времена среди всех известных казахских поэтов не было поэта лучше Абая». Вслед за Букейхановым, Байтурсыновым, Дулатовым о творческом пути Абая пишут Рамазанов, Сагди, Мустапбайулы и Белослюдов, а также другие авторы. Среди детей Абая один только Турагул Кунанбаев, 1875-1934 годы, писатель, переводчик, автор переводов на казахский язык произведений «Челкаш» Максима Горького, «Я хочу жить» Неверова и других оставил воспоминания о своем великом отце. При подготовке полного собрания сочинений Абая 1933 года издание Мухтар Ауэзов настоял на том, чтобы он написал эти воспоминания. Хотя вот природная скромность и критическое отношение к самому себе автора Турагула, конечно же, он настаивал на том, чтобы этого не делать, но Ауэзов как бы настоял на том, чтобы он написал эти воспоминания. Затем Мухтар Ауэзов органично включил их совместно с воспоминаниями Кокпая Жанатаева в первую научную биографию Абая, помещенную в конце данного вот издания. Впоследствии эти свои записки Турагул Кунанбаев дополнил и расширил более чем вдвое. Однако этим бесценным воспоминаниям сына Абая суждено было долгие десятилетия находиться под негласным запретом. Полный вариант этих воспоминаний на русском языке был напечатан в журнале «Абай» за 1995 год. Второй период развития обоеведения – это 1918-1940 годы. И этот период связан прежде всего с исследованиями Мухтара Ауэзова. Что он сделал? Во-первых, систематизировал и составил периодизацию художественного наследия Абая. Во-вторых, создал первую научную биографию классика казахской поэзии и публикации ряда исследований о нем. В-третьих, внес вклад в формирование и развитие обоеведения как отдельной области науки. Дальнейшему развитию обоеведения способствовала творческая деятельность Ильяса Джансугурова и Жубанова, 1934 год. Третий период развития, 1940-1970 год. И он характеризуется активизацией исследований творчества Абая и переводами его произведений на многие языки мира. Вышли в свет научные труды Муканова, Жумалиева, Кенжебаева, Сильченко, Мухаммедханова, Тажибаева и Ярзаковича. С 1940 года сочинения Абая на русском языке были изданы 15 раз. В 1945-1960 годах вышли сборники поэта на узбекском, татарском, туркменском, монгольском, китайском, чешском, белорусском, латышском языках. А в 1970 году в Москве издательством «Прогресс» был выпущен сборник сочинений Абая на арабском и английском языках. В 80-е годы XX века является новым этапом развития обоеведения.
десятки фундаментальных научных работ свидетельствуют о новом научном теоретическом уровне обаеведения. Подготовлено и было издано полное собрание сочинений Абая. Ученые Сыздыков, Алимкулов, Нуркатов, Мырзахметов, Исмагулов, Ахметов, Кабдолов, Есимов, Кожакеев, Муканов, Сулым, Луцась и другие внесли значительный вклад в обоеведение. К 150-летию со дня рождения Абая во многих городах мира были проведены научные конференции, посвященные творчеству великого поэта. Произведения Абая изданы были в Турции, Пакистане, Иране, Китае и переведены на французский, английский, немецкий и другие языки. В изучении и познании всего, что создано Абаем, велика роль выдающегося деятеля казахской культуры, одного из классиков советской литературы, Мухтара Омархановича Ауэзова. Он стал основоположником обоеведения, целого научного направления в казахском литературоведении. Год 1924 является особой исторической вехой в его деятельности по исследованию жизни и творчества Абая. Именно в это время он впервые приступает к составлению подлинной научной творческой биографии Абая. Перед государственными органами республики он ставит вопрос об издании первого сборника полного собрания сочинений поэта, прилагает все силы к тому, чтобы определить роль Абая в духовной культуре казахского народа, что свидетельствует. Основа обоеведения заложена еще в начале 20-х годов. Им первым была написана научная биография поэта в 1933 году, где глубоко раскрывались смысл и содержание, гражданский пафос, гуманизм творчества Абая, проникнутого болью за обездоленный казахский народ, безграничной любовью к нему. Кульжанова Назипа, 1887-1934 год, кстати говоря, она выпускница гнезда Ибрайлтон Сарина, закончила русско-казахские школы и получила, кстати говоря, диплом, закончив гимназию. И таким образом Назипа Кульжанова, которая являлась наследницей основателей казахского просвещения, организует литературно-музыкальные этнографические вечера, которые, по ее мнению, имеют огромное познавательное значение. Так, 26 января 1914 года она организует первый вечер памяти, посвященный 10-летней годовщине со дня смерти казахского поэта Абая Кунанбаева, который проходил в клубе приказчиков, старое здание драматического театра. В программу этнографического вечера был включен доклад Назипы Кульжановой о творчестве и деятельности Абая. В вечере участвовало большое количество исполнителей народной казахской и русской музыки. Вечер состоял из трех отделений. Она перевела на русский язык стихотворение «Жель сустынде жарық ай». Перевод был напечатан в журнале «Сибирский студент» в городе Томск. Программа вечера была найдена среди документов Центрального архива Республики Казахстан крупным обоеведом Каюмом Мухаммедхановым. В своих примечаниях к сборнику «Тысячу песен казахского народа» Затаевич признавал Абая высокоразвитым поэтом, написавшим великолепные стихи, но дал оценку его песням как о нечто некачественном, похожем на городские русские напевы. Верно отметив влияние русской городской песни на творчество Абая, Затаевич, познавший казахский народный мелос, который он впервые открывал, не смог правильно оценить новаторство в его песенном наследии. Но заслуга Затаевича, фольклориста, заключается в том, что, несмотря на свое отношение к песням Абая, он записал несколько из них. Спасибо за внимание.